ЗИЛ насмерть задавил 41-летнего мужчину в Улан-Удэ. Все произошло на улице Корабельная. 71-летний водитель за рулем грузового автомобиля при движении задним ходом наехал на человека. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, пешеход, скончался на месте происшествия. Уважаемые водители транспортных средств, всегда помните, что управление транспортом – это большая ответственность и требует постоянного контроля. Будьте предельно внимательны за рулем. Из-за прорыва трубы машина застряла по колесам в песке на единственной подъездной дороге в СНТ «Тепловик». По словам очевидцев, коммунальная авария привела к серьезным последствиям. Вместо дороги местные жители теперь видят только огромный карьер. По данным Бурятского гидрометцентра, 20-21 июня на большей части территории республики ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 20, при грозах до 24 метров в секунду. Понижение температуры воздуха на 10 и более градусов. Главное управление МЧС России по республике Бурятия призывает граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными в указанный период. При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности. Рекомендуем отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты. Напомню, что в случае происшествия или оказания помощи необходимо обращаться по номерам телефонов 101 или 112. Андрей Слепнев, Бато Гармын, Новости дня.